Итак, сегодня у нас ВАЗ 2106, 1986. Ага, какого? 88-го? Писается. Итак, сегодня у нас ВАЗ 2106, 1988 года. Не столько духуя лет, что мы ее решили продать. Это потом. Пизда, пацаны, убивай. Снимается не как обзоры, а как видео для того, чтобы продать нам данный автомобиль. Опер, ёбаный в рот, ебись нахуй! Бля, ёбните его, пожалуйста, чем-нибудь. Данный автомобиль был куплен мной полтора года назад. Ебать нахуй, он приехал, сука! Данный автомобиль покупали полтора года назад чисто для того, чтобы поураганить. Так Серега любит говорить по Хасани, да, Серго? Тачка настолько старая, что мы ее решили продать. Да. По внешке она, короче, уже выебана после грива. На данный момент на тачке стоят 15 колеса с зимней резиной. Мне с ней вообще ничего не делали по внешнему виду. То есть, как ее купили полтора года назад, так и она и осталась. Только купили 15-е диски сначала, полтора, ну не, сколько они, месяца полтора, наверное, два лежали без дела, потому что надо было еще резину на нее. Была она на 13-х, купили ей диски. Сейчас она у нас на 15 колесах, на зимней резине. Купали ее для зимы, днище у нее было целое, кроме одного там угла, мне под передним правым пассажирским сиденьем был такой кусочек некрасивый, пришлось его выпиливать. Заварили этот кусочек, поэтому сейчас под нищу она полностью целкая. То есть дно у нее в идеале. У нее сейчас, конечно, начали уже пороги приходить в негодность. Вот. Но это уже все мелочь. Для своих лет тачка более-менее в нормальном состоянии. Вот. Когда я купил, ездили какие-то колхозники, салон был полностью загажен. Мы ее прям пригнали к моей подруге на автомойку. За один день мы ее отмыли полностью керхером. Сиденье, сидушки, все, разобрали, что было возможно. Даже ковролин вытаскивали. И все промывали полностью керхером. Потом мы ее отправили на переварку, переварили ее. Фотки приложу, наверное, там. У меня где-то фотографии остались, где мы полностью салон когда разбирали, потом заваривали, промазывали полностью все мастикой. И сохла она у меня где-то, наверное, после мойки недели две. Просохла, то после этого я ее переварил. Замазали мастикой, тоже пару дней она у меня посохла, и потом только начали собирать салон. Салон собрали, грубо говоря, вот я хотел купить, ну, чтобы по урагане покататься, но таких больных моментов у нас не получилось, чтобы мы прям так настолько убивали, как хотелось бы. То есть мы ее убрали не для того, чтобы на ней спокойно ездить, а для того, чтобы ее было не жалко убить. Брали тоже за копейки. Салон, ну, как я говорю, салон-то был прям все сидушки, даже вся торпеда, багажники, все, капотка, все, что возможно, все отмывали керхером, даже не жалели ее. По движку. Стоит родной движок, то есть там 1.6, там, я не знаю, шоховский обычный движок, ничего там такого, недоработок никаких не было. Все в стоке. Насчет подвески. Ну, когда мы ее брали, она была в идеале. Все резинки, все было заебись. То есть никаких с ней проблем я даже не видел. Один раз мы с Серегой ездили на оффроуд, и у нас оторвало спереди стабилизатор. Болт, короче, открутился. Приехали домой, загрузили болт, и все. По ходовке у меня больше никаких проблем с ней не было. По движку тоже проблем не было. Один вот раз, когда она у меня, кстати, год стояла просто без дела, после года простоя она, грубо говоря, завелась с первого раза, без каких-либо проблем. Поставили аккум, залили бенз, она завелась. Ну, с тем, что у нас проблема была, когда мы ее завели после года простоя, у нас отлетел шкив и выдавил сальник, который на коленвале идет. Съездили в магазин, купили новый сальник, купили болт новый, гайку точнее, болт. Гайку купили новую, поменяли буквально 5 минут, и жига опять у нас на ходу. Внешки. Стекла у нас все родные, как неудивительно, блядь, 88-й год. Стекла у нас все родные, по документам один хозяин, один владелец.
Про документы дубликат? Тачка, короче, в аквариуме полностью, была в тонировке. Тонировку полностью оторвали и сделали дедовский вариант. Тачка абсолютно в стоке. Ничего такого в ней нету. Повторюсь, для своих лет тачка еще более-менее в нормальном состоянии. Ебать. В основном еще эта тачка бралась, то, что у нее, блядь, фаркоп есть, чтобы возить нахуй мусор, всякую херню. Ну, на ней катали, даже на ней, если в общем взять, на ней месяца три максимум откатали за эти полтора года. В основном она все время стояла. Все так вот. Да, тачка, конечно, не в идеале. Есть к чему еще руки приложить, но она мне просто стала как бы ненадобностью. Поэтому я ее продаю. 10 января она выходит на доски объявления, Авито, Автору, везде, короче, я ее выкладываю. Тачка будет продаваться. За какую сумму, точно я еще не знаю, там уже будет видно. 15-е колеса не продаются. Что в ней в салоне смотреть? Ну там что, кто не видел, что там в шахе находится? Что движок, что ходовка? Эти обзоры на эти машины уже, в интернете их полно, там смотреть даже нечего. Ценник, конечно, за эту тачку завалит за 20-ку. Дно у нее полностью целое, промазано, как я говорил, мастикой. А пороги уже начинают уставать, поэтому ей нужны руки. Ну, мне просто этого не надо, и мне некогда этим заниматься, поэтому я ее продаю. Машина в полном стоке, то есть никакого тюнинга, никакого ничего мы на ней даже не делали. Пиздобол, просто хотел 15 колес. Под капотом 2GZ стоит. 15 капотос. Ебать ты обзорщик. Сам ты на тосоле, она на бензине.